Всем привет, меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. В своем канале я рассказываю о всяких путешествиях по Украине и об хендмейде. Я занимаюсь паракордом и всякими бородатыми принадлежностями. Подписывайся на мой канал, будь в курсе всех событий, ставь лайк и нажимай на колокольчик. Мне будет очень приятно, и вам, я надеюсь, тоже. Любомир Борода зажигает города. Фестиваль первый раз проводится в Николаеве. Узнали о нем совершенно недавно по интернету. Реклама буквально за 2 недели, но обещает быть типа крутым. Ну и, соответственно, всему городу интересно посмотреть, что же это такое, потому что такого никогда не было. И, собственно, мы тоже не знаем, что же там в итоге будет, но надеемся, что должно быть круто. Машин миллион, все заставлено. Само место красивое, все едут, народу много. Сейчас спустимся вниз, посмотрим, что там вообще. Друзья, у меня есть одна очень интересная, ну, как по мне, новость, и звучит она так. Я стал ангелом социальной сети Nimzes. А что такое ангел социальной сети Nimzes, вы можете прочитать сейчас на экране. Для тех, кто еще не зарегистрировался в этой социальной сети, вы можете зарегистрироваться, использовав мой инвайт-код, который я оставляю под этим роликом. Оказывается, это первый фестиваль. Вот он уже называется ежегодным, но его проводят сегодня в первый раз, стартуют. Тут реально собрался весь город, все ходят, кушают, выпивают, куча детей. Ну и, в принципе, это очень так неплохо для нашего города. И очень интересно. Будем надеяться, что все у ребят получится, и все будет круто, как бы, и вот офигенно, да. Давай еще. Теперь машет. Мы желаем.
Белобережье Святослава. С этой стороны лиман, с другой стороны море. Это мы сейчас будем еще переезжать на каком-то автотранспорте, короче. А вот тут еще вот такая штука плавает, смотрите. О, глуши ее. Передай привет подписчикам. Собака такая. Еще раз, пожалуйста. Надо всем дислоцироваться здесь. Будешь передавать? Передай парням на воле. Парту Масе, ауе. Вот он. Мосик, привет. Давай в автозак тоже. Мечены. Давайте под песота привет Мосику. Давай. Ведите себя хорошо, Янтарь, особенно ты. Будем греть, пацаны. Давай, давай, парту Масе. Братва не добудет. Лучший вариант, по-моему. Расклад сильнейший. Да вообще. Тут сзади самые козырные места. Иван. Что ты упал? Транспорт мечты. Не знаю. И окна классные, все видно. Передайте за проезд, пожалуйста. Камбоджа, друзья мои. Это Камбоджа. Ой-ой-ой, кайф. Это вообще супер. Окно разобьем в машине. Давай, через меня. Давай в слоумо это все делать. Дай на пас на колочке. Скажи, красавица. Это моя малая. Малая разрывная. Малая, ты разрывная? Стесняется. Ну, чтобы вы знали, это малая разрывная. Покажи, братве, колонку неубиваемую. Прострелена. Малая там будет жить. Давай. Гони, не гони, она оглох. Дядя, она оглох. Да, мы тебя чуть-чуть погладим, типа. Это ж понял, динозавр. Кидай, покажите камеру. Не показывай. Класс. Здорово. Показать вам Кинбурнскую косу. Кинбурнскую косу и ее просторы, ее дикую природу. Вот. Не каждый из вас, наверное, бывал в этих местах. Но вот так она выглядит. Вот только что было море, а теперь такое поле, заросшее травой, красивые облака. Ну и, собственно, с другой стороны лиман. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И чайник сказал утюгу, я дальше идти не могу. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И заплакали блюдца, нельзя ли нам вернуться? Санёк. Что, всё? Ну, ещё. Держи, Саш. Увлажняющие маски помогают выглядеть бодрым и молодым. Саш, ещё, позволь, позволь. Реклама. Ты покажи, как называется кремчик. Вот. Морская свинка. Мой каприз. Мой каприз. Как пирожное какое-то. Я чувствую, как мне уже помогло. Уже полегчало. И мне уши, да, и мне походу, я чувствую, что
Слушай, ты меня слушаешь. Тебе на лбу надо еще это размазать. Да не надо, это же будет прикол. Спасибо. А вы были на Кенбурнской косе? Если были, пишите в комментариях. Если хотите поехать, пишите тоже в комментариях. Если не понравилось, пишите тоже в комментариях. Самое главное, писать в комментариях. Как себя чувствуешь? Отлично. Оставляем тебя здесь? Нет. Что, снимаешь? Да.